Не делайте этого! Никогда не вырастайте! Это отстой! Мозгопуки. Мозгопуки. Взросление. Взросление. Начинаешь находить волосы в странных местах. Я не говорю о Париже или чем-то таком. Париж, наверное, был бы самым странным местом, чтобы найти растущие волосы. Просто говорю. Я такой незрелый. В этом как бы и весь смысл. Я знаю, что вырасту. Тут ничего не поделаешь. Но это не значит, что я буду такой весь зрелый и скучный. Нет, я могу быть креативным, веселым и шутливым, независимо от возраста. Я расскажу вам свой секрет, как оставаться молодым. Каждый день я играю в игры. Все виды игр. Игры на вечеринках, настольные игры, карточные игры, видеоигры. Игры говорящего Тома, или как я их называю, мои игры. Потому что я говорящий Том. Бесстыдная самореклама. Вот мой секрет. Не стесняйтесь его использовать и играйте со мной в игры. Фишка в том, что неважно, сколько мне будет лет, я все равно буду смеяться над глупыми шутками. И, ребята, не слушайте чужие советы. То есть, кроме моих, конечно же. Ну да, тут я немного запутался, и видео немного затянулось тут. Так что я быстро перемотаю вперед и покажу вам ключевые моменты. Так что будьте самими собой. Будьте тем, чем вы хотите быть, кем вы хотите быть. Но если вам еще нет 18, тогда слушайтесь родителей. Вы вырастете. И потом не устраивайтесь на работу только потому, что вы должны. А как же весь... Привет, Анджела. Это мое видео признание любви к тебе. Ты такая классная! Эй, воу-воу-воу-воу! Как это сюда попало? А, вау. Какое неловкое положение. Это же... это личное. В общем, это мои мысли о взрослении. Если вам понравилось, жмите на кнопку подписаться. И помните, вы всегда можете задать мне вопрос в комментариях. И, возможно, я отвечу на ваш вопрос в одном из моих следующих видео, если вам повезет. Ты такая классная, как цветок прекрасная.